вторая встреча на следующий Виталий. Виталий ведет 2-1 по сетам, но в четвертом сете проигрывает 7-9. Это то, что ему надо, чтобы на него была атака. И он очень здорово блоком незащищенный угол направляет мяч. Прекрасно. 10-10. Начал слева, но выброс у меня за стол. На соседнем столе играет Игорь Рубцов. Наша сборная ведет у команды Румынии 2-0. И играет, скажем так, вторым составом. Ну давай, Игорь, бороться надо. Здорово!
победитель этой встречи будет играть в финале чемпионата Европы среди команд. Виталий достает своего соперника. 6-6. Было 3-6, а сейчас 7-6 уже в пользу Неклюдевича. Крепко засел на шестерочке бельгиец. 6-3 и 6-9. Подряд 6 мячей Неклюдевич выигрывает. Семь мячей. И уже 4 матч-гола у Неклюдевича. Очень хорошая заявка на победу у белорусов на выход в финал. Все. Фантастика. Неклюдевич, молодчина. Важное, что дает.